Добрый день, вы на канале интернет-магазина Энергомаг. Меня зовут Александр. И сегодняшняя тема нашего видеообзора – это устройство защиты от импульсных перенапряжений. В начале видеообзора я расскажу вам о причинах, которые могут вызывать импульсные перенапряжения в электрических сетях. Это могут быть переключения в электрических сетях. Отключить пакетный выключатель с низкой стороны ТСН-1. Так. Выполняй. Выполняю. Пакетный выключатель с низкой стороны Т1 отключен. ТСН-1. Понял, отключен пакетный выключатель с низкой стороны ТСН-1. Подожди, не закрывай. Отключить шиноразъединитель ТСН-1. ШР-10, ТСН-1. Так. Выполняй. Подключение мощных нагрузок в электрических сетях. Не включался этот. Почасовой включай, да? Почасовой, давай. И удар молнии в линию электропередач. Если, например, произойдет удар молнии в линию электропередач, то это перенапряжение может вызвать выход из строя оборудования, которое находится в вашем доме, либо на производстве, либо в офисе. Ну, оборудование это какое может быть? Телевизор, холодильник, стиральная машина. И это может произойти одномоментно. Я думаю, что многие из вас слышали о том, что у соседа, либо на соседней улице, все сгорело в доме в один момент. Долго можно выяснять, разбираться и тому подобное. Но если бы в этом доме была установлена защита от этих перенапряжений, то этого бы не возникло. А теперь перейдем непосредственно к приборам, которые предназначены для защиты от перенапряжений. Эти приборы или устройства называются устройства защиты от импульсных перенапряжений, сокращенно УЗИП. Я не буду в данном виде рассказывать о их типах, видах, классах и тому подобное. Это в последующих видео можно будет, если кому будет интересно, можно будет рассказывать. Что такое УЗИП? УЗИП представляет из себя
варистор. Варистор – это резистор, который изменяет свое сопротивление в зависимости от приложенного напряжения. То есть, если возникает перенапряжение, вот в данном случае варистор угольный, есть еще варисторы керамические, разное исполнение. Резко повышается напряжение, то варистор гасит это перенапряжение своим сопротивлением. Единственное условие для того, чтобы работал УЗИП, и самое главное, это наличие надежной системы заземления, которая должна быть выполнена в зависимости от типа системы заземления, которая используется в вашем доме. Для того, чтобы определить, какой УЗИП вам необходим, какого номинала, какого типа, вам нужно обратиться к инженеру либо электрику, который вам подберет, рассчитает и порекомендует, какой УЗИП нужно установить в щите вашего дома, офиса или производства. В нашем интернет-магазине «Энергомаг» вы можете приобрести УЗИПы, а также мы можем вам подобрать, подсказать, если необходимо, выполнить монтаж этих устройств в щите вашего дома, офиса, производства. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях к данному видео. Буду рад ответить. Подписывайтесь на наш канал, у нас еще будет много чего интересного.